Привет тебе. Я Коперник, мы продолжаем игру Грис. Снова в этой прекрасной музыке. Ага. Так, здесь она что? Обратный выход на свет нас не интересует. Нам нужно решить загадочку небольшую здесь. Ух ты ж. А сюда? Тоже выход. Нет, сюда у нас. Сюда, значит, нам тоже не нужно. Услужливо отодвигаются какие-то то ли паруса, то ли что это. Не могу до конца понять. Так, нам нужно как-то привести в движение эту мельницу. Вот этот вот товарищ может развернуть свою пасть, чтобы нам на него вот так бам упасть. Прикольно. Так, освободили паучка. Хорошо. Угу. Спасибки. Все, у нас 4 тюбяки. Теперь, как я понимаю, наверх попробуем забраться по вот этой лопасти мельницы, но она, да, не работает. Увы, ах. На самый верх забираться можно только было для того, чтобы упасть. Как символично. Так. Еще один нужен. Ух ты. Секундочку. Да почему-то. Дух ты ж, ты ж, ты ж, ты ж. Нужно еще. Кстати, посмотрел в стиме название этой игры, новой игры, которая будет выходить FA, продолжение, которое было Long Sails, называется Changing Tides. Чистые перемены или очищающие перемены, или перемены очищения. Снова мотыльки. Угу.
Воздушный шар. А что нам с ним надо сделать? До конца пока что ясно. Но ясно мне одно, то, что пока вот эту вот фиговинку нам не достать. Да, светящуюся светяшку? Ладушки, а ладушки? Ух ты ж. Ага, все, понял. А вот теперь достать. Есть контакт. Так, нам надо забраться на верхнюю платформу быстрее, чем она всплывет. Это крайняя точка. Теперь быстро. Давай, дорогуша. Эх. Потому что здесь никак не перебраться пока что. Полностью и как-то очень быстро перебраться вот эту на верхнюю полочку. К сожалению, пока я не могу понять как, но сейчас разберемся с этим, ничего страшного. Я вижу, что можно разбить вот ту планетку, которая там вот внизу с деревом. Сейчас давай, наверное, так сделаем. Теперь быстренько бегом. Хлоп. Хлоп. Давай, девочка, давай. Эх, есть. Была в ней какая-то воздушность. Как же, блин, это все дело красиво, ты себе не представляешь. Просто безумно красиво. Ну, смотри, сейчас, в принципе, нам должно хватить точек для того, чтобы забраться наверх. Если я не ошибаюсь, так ведь? Звездный мост собран. Теперь можно идти дальше. Шагая легкой поступью по созвездиям. Круша какие-то невнятные балансиры. Это все чем-то напоминает часовой механизм. Планетарный часовой механизм. Если бы планеты собирались в часы. Так. Пока не забраться. Нам нужно как-то запустить эту гигантскую мельницу. Блин, ветер дует. Я обожаю этот звук. Я просто обожаю этот звук. Классно. Безумно красиво. Так, мне не хватает сил. Не хватает. Ему пора приобрести какую-то конкретную весомость.
Классно. Так, как мне приобрести конкретную весомость? Быть может, стоит толкнуть все это дело? А как мне вниз спуститься? Нет, не спускается. Хм. Так, что-то я не догоняю, видимо. Если я спущусь чуть-чуть пониже. Ничего, не получается. Надо спрыгнуть с большей высоты, как я понимаю, да? Блин, а как? А как? Отсюда тоже больше не спрыгнуть. Я что-то где-то туплю? Или опять поломал игру? Больше высоты. Так, а как мне получилось? Если вниз, да, все вниз получается. То есть я по идее сейчас как-то вот так вот должен вниз спуститься. Нет, не могу. Хм. Прыгалка, да? Если не ошибаюсь. Да. Сейчас попробуем сдвинуть эту дуру с места. Нет, не получается. Так, здесь можно, значит, подняться наверх. Здесь, по идее, можно... Нужно спрыгнуть вниз. Это печально. Ну ладно, будем, значит, еще выше забираться. Я думал, что получится, но не получилось. Получилось пока что, не срослось. Думаю, еще все впереди. Видимо, надо. Да, еще выше есть. Бам. Нет. Это прям самый-самый-самый верхотуры. Ну, выше уже не забраться. Да, выше уже не забраться. Хотя? Нет, не забраться. Это все, на что способно. Бам! Облака опустились на землю. Или мы взлетели? Да, мы взлетели. Гигантские воздушные мосты. Интересно, что с той стороны? А вот здесь нельзя пробежать, к сожалению, больше. Нельзя, так нельзя. Там же что, тоже что-то должно быть. Или там все...
Там край. Да, там воздушный шарик, где мы были. Все. Здесь забираться наверх больше не имеет смысла, как я понимаю. Как я понимаю. Сомнительные получасы полупаруса. Безумно красиво, конечно. Так, где-то здесь. Угу. Хорошо. Прорастают деревья и возвращается зеленый цвет. Полученное достижение зеленый. Так, назад больше не можем, а? Если я попрыгаю, тоже ничего больше не получится. По идее, осталось вернуть только голубой цвет и все, да? Если рассуждать так вот. Red, green, blue. Оу, он ниже. Сильно ниже. Хм. Классно. Блин, классно. Офигительно все красиво. Интересно, если... Так, вазочка. Каких-то я мотыльков освободил. Здесь, по идее, растет какое-то подобие хмеля. Ну, похоже. Мы снова лишили звездочек. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Еще найдем. Вот это. Какое-то квадратное созвездие. Я не знаю, подсказка это или не подсказка. Скорее всего, подсказка. Ну-ка. А забраться наверх уже никак здесь нельзя, да? По идее. Ну, я даже запрыгнуть на них не могу. Увы, ах. Я постоянно буду посмотреть тот угол, потому что... Потому что надо как-то смотреть со временем. Иногда за эту игру... Рушат мосты все. Бутыльки. Видишь, что она на одной ноге скачет. Так, вот мы подошли к обрыву. Ну что, надо прыгать вниз. Надо прыгать вниз.
Какие-то полукусты только что разбежались в непонятные места. Грибы лезут, очень странные кактусы. Безумно красиво, конечно. И музыка, и виолончель. Прям. Офигенно! Вот эти вот маленькие бульки. Смотри. Оп, оп. Выходим, смотрим. Это, видимо, большая, которая чуть побольше, она по... Да, она менее пугливая, она более любознательная. А если мы чуть-чуть потихонечку подойдем? Эх, нет. Ну, как в Раймоне здесь, конечно, все дело не работает. Очень красиво, да, всюду летят какие-то листья. Это, наверное, сменит цвет на какой-нибудь вот такой. Нет. Такой. Тоже эти бубочки везде выпрыгивают. Классно, красиво. Стрекозы. Тоже очень странные существа. Насекомые. Их, по-моему, две пары крыльев. Не у многих столько пар крыльев есть. Видимо, поэтому они могут зависать на долгое время, относительно долгое время над растениями, парить везде. И в полной мере наслаждаться мгновением. Но, к сожалению, как все, что наслаждается мгновением, очень быстро погибает. И стрекозы. С уходом лета тоже уходят. Но, как мне кажется, они... Это лето проживают как можно ярче. Ух ты. Лесножитель. Что-то какие-то грибы-ракеты. Офигенно. Разрешение низко стоит. Так нет. Просто на этих странных вот растениях заметил какие-то вот на этих вот растениях, которые ближе всего заметил, какие-то шероховатости, как будто, ну, немножечко выбивается. Все, видимо, что игра нарисовалась под все-таки Full HD монитора, к сожалению. Но... И 2К, и 4К и не под силу, но нарисовано все как безумно красиво. Ну, по крайней мере, не основные фоны, скажем так, не основные фоны. Дико извиняюсь за такие склейки. На самом деле, я просто ставлю запись на паузу. Чтобы послушать эту музыку, этот эмбиент. Это просто шикарно, ребята. Сейчас меня привлекла мое внимание вот эта вот странная птица-градиентица, которая улетела. Я серьезно, я просто сижу и слушаю музыку. Я просто сижу и наслаждаюсь
картинкой, наслаждаюсь звуком. Так, наш квадратный товарищ куда-то спрятался. Ничего страшного, я тебя еще найду. Ничего страшного. Так, запись идет. Вот или как это, рыбоголовастик или что-то такое. О, глянь. Красиво. Угу. Значит, тот квадратик, на котором пасутся птицы, в принципе, не особо-то и меняется. Остальное все меняется. Логично, как и в природе. В природе тоже все меняется. Как я понимаю, сюда не забраться. Но здесь все меняется циклично. Как, в принципе, в природе все меняется циклично. Пока что что-то я туплю. Ну, ничего страшного, надеюсь. Так ведь? Бам! Деревья почему-то похожи на камертоны. Ну, по ощущениям. Наш товарищ, вот он. Вот он сидит. Как ты, дружище? Лесной дух. Видимо. Не однажды, однажды я видел, как просыпается лес. Это было просто восхитительно. Ну, как я понимаю, тут надо выше забираться, если я не ошибаюсь. Или это просто сделано по приколу? Нет, не по приколу. Так, смотри. Ага, появилось. Далее. Оу-оу-оу! Оп. Сохраняшечка, няшечка. Однажды я видел, как просыпается лес. Это было просто прекрасно. Мы сидели с двоюродным братом в лесу. О чем-то разговаривали. Я уже не помню. И тут... Это была ранняя весна. Мы сидели, разговаривали. И тут... Из леса, со стороны леса, подул теплый воздух. То есть мы сидели... Ну, представляешь себе, немножко такое поле, и тут лес. И вот мы чуть-чуть дальше в лес ушли, буквально метров на 15. То есть, ну, он еще не совсем лес был. А дальше он густой, ну, совсем густой. Ну, километров 7, может, 10. Мы сидели, что-то разговаривали, общались. И тут со стороны леса подул теплый воздух. Это странно, потому что со стороны леса обычно не дует воздух, потому что там деревья. И полетели какие-то такие белые маленькие, такие бздюльки. Я не знаю, как это объяснить. Это маленькие такие беленькие фиговинки. Я не знаю, что это такое. Что-то типа вот того, что вот здесь вот летает. Такая большая, что-то типа большой-большой пыльцы. И вместе с теплым воздухом из леса так вот. И после этого в лесу, буквально через минуту, начали петь птицы. Я сказал, лес проснулся. Это было правдой. Я это видел единожды. Я бы с удовольствием посмотрел на это еще раз. К сожалению, сейчас я живу в Петербурге возле парка. Ну, это не лес. И сколько я не гулял в нем, в этом парке, не видел больше подобного. Может, потому что это парк, а не лес. Во.
квадратный редиск сожрал. И не спрятался, а? Ты жопошник. Какие-то волосатые склоны. Это волосатые склоны. Боже мой, это волосатые склоны. Все, бежит за нами. Привет. Снег спрятался, глянь. Чем-то напоминает мне чувачка из Castle Crashers. Бам. 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 Пошли. Пошли, дружок. Здесь ты обретаешь новых друзей. Заходишь в какие-то странные джунгли непонятные. Резко мертон твоей души. Назад нет смысла, конечно же, идти уже. Само собой, разумеется. Так. Птички, извинички. Вон она, редисочка. Вон она, еще одна растет, квадратная. Сейчас попробуем ее сбить. Вот, кушай. Меньше боится. Хорошо. Так. Изменения в природе происходят год от года. Непогода нынче в моде. Непогода. Непогода. Несмотря на современные происшествия в мире, ну, по крайней мере, если вы смотрите этот видеоролик в 2021 году, ну, знаете, что непогода нынче действительно, видимо, в море. Птички, невелички. Так, вот еще редиска. Лови. Кушай. Вырастешь большим. И мудрым. Привет. Наелся редиски? Квадратный. Хорошо, пошли. Ах ты какой! Потаенный лесной колодец. А, он мне во всем подражает. Да, да, я завел себе нового друга. Хитрый какой, а? Ну что ж ты. Дружище, давай, за мной. Вот я уже не могу. Ага. То есть ты все-таки здесь имеешь неплохие связи. В этом лесу. Из какого-то странного свекольного сельдерея, из которого с камертоновых деревьев падает странное листво. Я не могу, у меня просто уже лицо болит улыбаться, если честно. Вот. Бам. Вот. Я просто не могу не улыбаться, смотря на эту. Ух ты, а как ты там оказался, вредина? Бам. Давай, пошли. Ты мне, я тебе. Волшебный друг у нас образовался. Бам. Блин, как же это все красиво нарисовано. Ты представляешь себе, это реально, это все просто акварель. Кушай.
Может быть, еще что-то сможешь новое. Ух ты! А я тут могу. А что такое? Пошли сюда. А давай теперь вместе. Бам! Хорошо. Где наш друг? Вот он. Кубарем катится, дурдила. Подожди. Сзади, может, какой-нибудь секретик есть, нет? Иди сюда. Кис-кис. Вот его любимое это. Странное яблоко. А он его не кушает. Где ты? Пошли. Покажу. Вот. Кушай. Умница. Значит, так бежит, руки назад. Как Наруто. Да, в принципе, наша прекрасная мамзель также абсолютно бегает. Как Наруто, да? Что это такое? Пришла пора прощаться? Или что? За тобой? Я не совсем понял. Нет, к сожалению, я слишком не волшебный для этого места. Поэтому не пролезаю во всякие волшебные места. Возможно, нужно быть достаточно волшебным, чтобы Так. Ух ты. Блок есть тут какой-то. А ниже что? Ниже у нас корень какого-то дерева. Огромного. Тут бегают какие-то зайчики, летают птички. Чувствую себя Золушкой. Спроси любого мужика, часто он чувствует себя Золушкой? Нет, не часто. Так, что это такое? Что это за кружка? Ой. Кружка филина. А вот это уже из Миядзаки взято. Тадзук. Да. Точно. Хотя мне в детстве казалось, что примерно таким же звуком они должны общаться. Эти вот. Был прикольно, если затрещали бы при ударе. Задавлю. Не знаю, мне прям чувствуется запах грибов почему-то, вот этих вот лесных. Лес, грибы, вот этот запах. Ага. Так, точечка первая есть. Хорошо. Хорошо. Просто замечательно. Пошли. А, ты опять мне будешь помогать? Хорошо. Помогай. Да, просто прекрасное приключение. Теперь пошли в эту сторону. Коль уж так.
Угу. Странно, дерево обрастает листвой непонятной. Ну, ты же бился раньше, нет? Казалось, что подобные горшки раньше бились. Теперь, видимо, не бьются. Ну, бывает. Ага. Понято. Тюнечка так вот сделаем больше. Больше вот такого цвета. Такого. Нет, розовый слишком розовый. Вот какой-нибудь такой. И может быть какой-нибудь... Сейчас. Такой. Бам. Вот. Ого, у нас уже, между прочим, целых 41 минуту идет видео. Сюда, как я понимаю, не заберусь, да? Нет, не заберусь. Увы, ах. Ай! Упал. Ну-ка, давай. А вот теперь они под мои прыжки как-то подсчитываются, подрассчитываются. Классно. Блин. Вот оно, древо жизни. Ну, это, конечно же, не Игдрасиль, но мало ли. Да не мало ли. Никакой это не Игдрасиль, но похоже. Руины. Видимо, как я понимаю, это какие-то, да, осколки себя. Ну, хватит уже. А, понял. Такая несложная загадочка. Смотри, оп. Оп. Так, теперь сюда. Теперь сюда. Теперь сюда. Теперь сюда. Ух ты, а как мне тебя достать? Зараза такая. Значит, только с этой стороны. Да, только с этой стороны. Ты ж. Угу. Так, сейчас. Сейчас все решим. Тоже классная. Головка, конечно, не особо сложная, но тем не менее она присутствует. Ну почему это не достать не могу, а? Почему хоть? Странно. Ой-ой-ой-ой. Оп, лоханулся сам. Все. Ну, просто тяжело победить. А-а-а.
что ты прям такой вредный, а? Прям такой прям вредный. Ух, какой прям вредный. Ничего, попытаемся. А если я просто спрыгну? Интересно. Сейчас посмотрим. Смотри. Да. Здесь прыгать-то не нужно было особо. Зачем мне сюда обратно идти, я не понимаю. Может быть, я что-то не догоняю? Нет, не понимаю. Пока что. Видимо, что-то я еще не понял. Ну что, ребяточки, на сегодня, думаю, хватит. Увидимся в ближайшее время. Ну да, запись уже идет 47 минут, 48 практически. Не забуду напомнить, что всегда можно подписаться на канал, поставить лайк на трансляцию, написать комментарий, ну или просто улыбнуться. Иногда для... Я не знаю. Эта игра заставляет меня действительно улыбаться. Иногда так мало для счастья надо. Может быть, и в этом прелесть жизни. Все, всем пока. Скоро увидимся в новом видео.